Готовим домашнюю лапшу. Тесто заметили, тесто пока у нас отдыхает. А рецепт смотрите в предыдущем ролике. Вот мы предварительно приготовили уже бульон из домашней курицы саратовской. Сын на день рождения ко мне приезжал и саратовскую домашнюю курицу привез. Вот видите, какой бульон хороший. Сейчас мы поставим его вновь, перекипятим, подготовим все, и у нас все будет готово. В общем, ставим мы на плиту. Лук с морковью обжарим. На топленом масле. Вот лук с морковью. Выкладываем лук с морковью жарить. Обжариваем лук с морковью и помешиваем. Вот обжарили. Сейчас бульон закипит и будем в бульон опускать. Раскатываем тесто на лапшу. Бульон закипел, прокипел. Выкладываем курицу на тарелку. И вот морковка тут. О, бульон. А теперь выкладываем лук с морковью. Помешиваем и ставим на огонь, пусть прокипит. Режем нашу лапшу. Вот расправляем мы нашу лапшу. Порезали ее и расправляем. Во. И сейчас будем бульон запускать. Ну вот, бульон закипел. Сейчас будем запускать нашу лапшу. Ну вот, сейчас ставим на огонь. Вот мы будем варить лапшу без картошки. Вот. Лапшу варить без картошки. А кто с картошкой, кто как любит. Ну а по правилам лапшу варят без картошки. Вот почти готово. Посолили, лавровый лист добавляем. Вот и душистого перчику. И душистого перчика добавляем, чтобы ароматнее был. Ну, еще дадим мне минуточек 5. И готово. Ну, сейчас закипит, 3 минуты готово. Ну, вот и готова наша домашняя лапша на курином бульоне, на домашней курице. Сейчас будем... Ну, вот сейчас будем накладывать. Ну, вот наша лапша. Сейчас будем пробовать.